Сегодня, 6 мая, сотрудниками ФСБ предотвращен готовящийся теракт в Красноярске. Информация об этом появилась на сайте Федеральной службы безопасности России. Сообщается, что злоумышленники планировали террористический акт в общественном транспорте на грядущие майские праздники. Задержана группа граждан из Центральной Азии, связанных с международными террористическими организациями. У них были изъяты средства террористической деятельности. Проводятся необходимые следственные действия в интересах следствия, личности задержанных не разглашаются. Представители ФСБ Красноярска пока ситуацию не комментируют.